После долгого перерыва новый учебный год сегодня начался в Кировской школе номер 28. Капитальный ремонт его здания продолжался несколько лет. Репортаж Вергины Матевосян. Радость от встреч и улыбки, белые банты и пышные букеты – все это день знаний. Праздничная атмосфера витает в воздухе, там и воздушные шары, которые взметнулись вместе с мечтами учеников 28-й школы. 4 года здесь не было ни первого, ни последнего звонка, а только ремонт. И вот сегодня общая мечта о новой школе сбылась. Сегодня у школы 28 двойной праздник. В нашем доме, где сбываются мечты, сбылась наша самая заветная мечта. Закончился долгожданный ремонт, и вот сегодня, в День знаний, мы торжественно открываем нашу старую новую школу. Глядя на это здание, сейчас трудно поверить, что ему больше полувека, и когда-то оно было в аварийном состоянии и находилось на грани полного закрытия. Но правительство Кировской области и власть города приняли решение, во что бы то ни стало, сохранить учебное заведение. Ремонт был долгий и трудный. Во время него пришлось заменить перекрытие, окна и кровлю, усилить несущие стены, залить стяжки для устройства полов, а также провести монтаж внутренних систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения. И сейчас это настоящая школа будущего. 28-я школа является одной из лучших не только в области, но и в стране, является современной инновационной школой. Здание, в котором вы будете находиться и учиться, оборудовано по самым современным требованиям. Это касается информационных технологий, это касается и требований к безопасности и ко всему прочему, то, мне кажется, радость, она должна быть двойной, а может быть даже тройной. Действительно, это сегодня самая современная школа в городе. И я благодарен губернатору, что принято решение, чтобы, ну, не должно же быть одно такое учебное заведение. Вот на следующий год начнем строить такую же новую школу в одном из микрорайонов нашего города. Есть проект, есть земля, есть все, и есть желание. И я уверен, что совместными усилиями вместе с правительством области у нас появятся новые современные школы. Но главные герои этого праздника, конечно, первоклашки. В первый раз в первый класс обновленной школы пошли около 100 ребят. Стоя на торжественной линейке, они размышляли вместе со старшеклассниками об учебе, дружбе и переменах. И все говорили о том, что школа номер 28 – это дом, где сбываются мечты. Мы рады, наконец-то дождались после 4 лет. Так что очень приятно ходить в родную школу, возвращаться точнее. Еще внутри не был, но снаружи уже так хорошо. Подает надежды, так скажем. Мы ее так долго ждали, что она нам в любом случае бы понравилась. Ну, еще такая гладенькая, такая новенькая, чистенькая. Ну, я думаю, там все будет очень классно. После традиционного первого звонка и торжественного разрезания красной ленточки все смогли попасть внутрь учреждения. Глава региона тоже прошелся по зданию и проверил готовность школы к новому учебному году. Кроме этого, заглянул в столовую, где ознакомился с меню. На экскурсию по школе отправились и родители, а ученики тем временем пошли занимать свои места за партой. У многих уже сегодня прошли первые уроки. Вергина Матевосян, Игорь Охотников, Вести, Киров.